О, хочу поздравить малыша. Смотрите, он не только все съел, он даже эту миску вылезал. Ну, это значит, пойдем, пойдем. У него аппетит, значит, разгулялся уже. Слава богу. Значит, беру я обязательно этот домкрат его, чтобы вы не думали, что он по лестнице. Хотя он по лестнице очень хорошо сам спускается. Сейчас, одну секундочку, давай. Возьму. Под усцы, так скажем. Сейчас пойдем маленький. Пойдем. Как ты хорошо покушал. Я просто с тобой очень доволен. Давай. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Как был маленький щеночка. Спускался еле-еле по ступенькам. Да? Теперь ты. Опа. Теперь ты большой. И не щенок совсем, а большая собака. Умная, опытная. Но сегодня, по-моему, минус 6, так примерно. Ну, такая прохладная, прохладная погода. Не сухая зато. Сейчас мы певечку возьмем, да? Малыш, певи возьму. Сейчас я ее тебе приведу. Сейчас, подожди, сыночек. Подожди. Певи, пойдем к малышу. Сейчас, одну секунду. Включим тут свет. Иди гуляй. Это малыш к тебе идет. Вот такие друзья. Хэвичка, иди с мячиком сюда к нему. Хэви, Хэви. Смотри, какой мальчик хороший. Он такой добрый, у него такие глазки. Красивые. Хэвичка, ты все танцуешь. Это Калина Кабаева. Упражнение с мячом. Малыш, ну пойдем. Нам нужно. Если ты так много покакал, нам нужно с тобой. Сахар, это сахар, хотел сказать. Снег нельзя есть. Наташа, нельзя, нельзя. Малыш, фу-фу-фу. Но он не ест, он нюхает. Пойдем, маленький, это. Пойдем погуляем. Завтра еще его буду вычесывать. Но он так еще не очень свалялся. Но... Да, раз в три дня его вычесываю. Хэви, Хэви, иди сюда. Ты что там, это, углубилась? Куда ты углубилась? Тут у нас такой-то участок, что вы представили, где мы гуляем. Это дом, это два домика. Вот это малыш. Это малыш мой. Оптимистический сегодня такой. Я ему сейчас свежей воды принесу тепленькой туда, в домик. Малыш, побудешь здесь? Я сейчас тебе пойду схожу за водой. Но, в общем, не буду большой клип делать. Смотрите, он сегодня очень хорошо. Он, во-первых, и ночью кашу покушал. И сегодня вот с утра днем покушал хорошо. Я им очень доволен. Он очень молодец. Взбодрился так и ходит. Достаточно продолжительно. С каждым днем все больше ходит. Так скажем. Счастливо, доброй ночи всем. Сегодня звезды, смотрите, какие. Может быть, не видно. Но в принципе вот это вот. Полярная звезда, вот видна. Доброй ночи всем, пока.